хочется чего-то нового. Хочется слушать и чувствовать. Хочется танцевать. Их есть у нас. Диско-танцы на радио «Новая Россия». Друзья, мы снова вместе с вами, наконец-то я не в записи, как это было практически весь декабрь, друзья, наконец-то мы вот так вот напрямую, в прямом эфире. Если вы не верите, то прямо сейчас вы можете подключиться к нам ВКонтакте, радио телевидение «Новая Россия», так называется наш паблик, там заходите туда, заходите в видео и видите, собственно, все, скоро во всех соцсетях, также где есть Костенко Brothers, эта трансляция появится. Что это значит? Нужно подключаться, друзья, быстрее и подписываться на Костенко Brothers везде. Я надеюсь, вы живы после этих праздников, а если точнее, то после этой рабочей недели, которая внезапно свалилась на нас. Конечно, нужно увеличить до 14 числа все-таки эти дни, но об этом говорят многие, надеюсь, к нам прислушаются. Ребята, то, что произошло, ну, во-первых, за декабрь, интервью с Бенни Джуниором, интервью с Майком Ньюманом, вы все это слышали, это просто шик. Спасибо вам огромное, что вы поддерживаете нас, все это делается для вас, ради вас, и только вы позволили, собственно, мне вот так вот простому парню пообщаться с такими людьми. Это же очень круто. Спасибо вам огромное за эту возможность. Надеюсь, мои интервью также для вас интересны. В этом году, в 2024-м, будет просто неимоверное количество интервью с крутыми ребятами. Причем я пытаюсь сделать ставку именно на нашу сцену, потому что, поверьте, очень качественную музыку делают ребята. Вкусно, сочно. И я надеюсь, я покажу вам всех. Ну, хотя зачем показывать всех сразу же в этом году? Может быть, еще кто-то будет в этом же стиле, так сказать, ну, чтобы растянуть это удовольствие. Поэтому, ребята, очень насыченный год нас ждет. Слушайте нас внимательно, уж поверьте. Ну, и, наверное, ну, шоковое состояние просто возникло в ноябре-декабре прошлого года, потому что мы попали в топы международные, это факт. Проект Костенко Brothers непосредственно со своим звучанием, с релизами на Dirty Low Records. На регулярной основе уже мы попадаем в плейлисты, уже профессионалы оценили наш звук, это очень приятно. Beatport, TrackSource, эти ребята просто поддерживают на регулярной основе нас, это очень радует. Постоянно попадаем в сборки, Wicked Music и так далее. Weekend, как там, Waypoints, лучшее за декабрь. В общем, друзья, мы попали много куда, но эти треки показать я вам не успел все, потому что декабрь был напряженный, пришлось оставить записи, поэтому сейчас есть такая возможность, наконец-то мы вместе с вами. В общем, счастье вернуться в эфир. Так, все, поехали. Итак, композиция, которая прямо сейчас находится в топе Beatport на 60-м месте, можете проверить по Jack & Howe звучанию. Композиция, которая называется The Line, прямо сейчас в эфире диско-танцев. Ура! Поехали, друзья! Okay.
диско-танцы. Ребята, вот такой трючок. Я вам, кстати, не буду врать. Я его сделал достаточно давно, и перед тем, как выпускать, послушал несколько раз, думаю, знаете, что-то вот немножко, ну, не так ярко, как хотелось бы. Думаю, вот издавать, не издавать. Ну, думаю, ну ладно, думаю, знаете, вот, вот такое было настроение, когда издавал эту композицию. И когда она вышла, да, вы же понимаете, что релизы планируются за месяц, за два, за три, я уже как бы и забыл об этом треке. И тут он появляется, я так смотрю, думаю, ну, помню, да, такое состояние. Ну, вышел. И тут я смотрю, он попадает в Best Jacking House от Битпорта за декабрь. Как там у них называется? Wicked Waypoints, по-моему, да. Wicked Peaks, да, Wicked Peaks. Вообще в целом по стилям. Wicked Peaks непосредственно по Jacking House. В эти плейлисты редакционная группа добавляет. И тут он оказывается вообще в топе. Я переслушал. Хороший. Знаете, вот ну, мощный. Сильная работа. Вот такие вот, понимаете, мы творческие люди, податливые на вот это внешнее одобрение. Хотя внутри боремся с этим всегда, но вот есть такое. Я так прислушал, ну, можно, ну, качает, понимаете? Поэтому, если вы захотите эту композицию, Костенко Brothers The Line абсолютно везде, во всех всевозможных, значит, и соцсетях, и, в общем, везде, где можно приобрести музыку, все это есть в Яндексах. Слушайте, наслаждайтесь, друзья. Подписывайтесь, кстати, на наш плейлист от лейбла Dirty Low Records, если вам нравится именно такое звучание диска. Но что я хочу сказать вам о следующей композиции. Вот в этой вещи я уверен на все просто 1000%. Вы сейчас получите удовольствие. Можете со мной даже не спорить. Вот все, вы получите сейчас удовольствие, друзья. Костенко Brothers Yalla. Ну, много было написано за эти праздники. Многое хочется вам показать, друзья. Костенко Brothers Yalla прямо сейчас в диско-танцах. Поехали. Right on.
Диско-танцы. Ребята, ну какой драм здесь. Вот, ну, по мне, так в этом треке просто вот все идеально сошлось. Надеюсь, вы того же мнения и не думаете, кто это такой самовлюбленный. А такие, да, этот парень знает точно, что он делает. Вот. Костенко Brothers Yala также трек, который уже доступен абсолютно везде, кроме битпорта, насколько я помню, да, так что там поосторожнее. Вот трек Source, там можно уже скачать его и тем самым поддержать наш проект, друзья. Что касается следующего трека, эта вещь также доступна уже на трек Source и на многих площадках, пока не на всех, потому что она находится на трек Source в эксклюзиве. И это Костенко Brothers Chew. Да, друзья, много-много написано. И, кстати, хочу вам сказать, что если вы хотите услышать эти эксклюзивы непосредственно, вот, так сказать, на сцене происходящее, то лучшее место, где это стоит сделать, это Бла-Бла-Кафе. Мы с ребятами сделали классную такую январскую историю, дали немножечко лета в этой зиме. Все равно такое зимнее настроение присутствует, особенно сейчас. Пускай в январе это было в начале января не так очевидно, но все равно. И мы сделали такую летнюю историю танцевальную, где, собственно, и были эти треки уже озвучены, понимаете, там, эксклюзивно, там, а сколько неизданных еще было озвучено там, поэтому посещайте наши мероприятия в Бла-Бла, следите за мероприятиями Бла-Бла-Диско, ну и в целом подписывайтесь на Костенко Brothers. Так, следующая вещь, это Костенко Brothers Sure, друзья. Если вы умеете танцевать, то сейчас, наконец-то, наступил тот момент, когда вам нужно применить свои умения, вам будет приятно это сделать под этот трек, я уверен. Просто почувствуйте бит. А? Чувствуете? Друзья, все, в танец, поехали. Stop!
Нет, наверное, приятнее чувство для музыканта, когда тебе хочется дослушать свой трек до конца. Вот это, наверное, самое крутое, друзья. Ну что, переходим теперь к тем самым героям прошлого года, которых нельзя не упомянуть, а именно Костенко Brothers Believe, композиция, которая попала в плейлисты таким ребятам, как Чи Марс, как Feather Funk, и вообще была поддержана полностью Траксурсом и попала в топ по продажам, друзья. Самый основной топ, так сказать. Ну, именно по стилю Jack in House, естественно. Приятно, когда такое происходит. За те годы, которые были проведены в муках с занятиями музыкой, чувствуется даже какой-то, знаете, типа, а вот заслужил. Дескать. Поэтому, друзья, желаю вам того же уже в этом году, чтобы вы тоже в той деятельности, в которой вы мучаетесь вот это все время, эти десятилетия, чтобы у вас все получилось. И так оно и будет, друзья, я в этом уверен. Видите, вот у меня вот, ну, получилось. Вот, пожалуйста, в топе. Факт. В мире. Все, реальность такова. Ну и, собственно, Костенко Brothers Believe прямо сейчас слушаем и танцуем. Как обычно, мы это делаем на 104 FM каждую пятницу в 21.00.
Но, друзья, чтобы вы не думали, что все так радужно, вот, например, следующая композиция, которая также вышла, я на нее очень ставил, честно. Я думал, все, сейчас будет просто космический полет по всяким Джекин Хаус, Диско Хаус и прочих хаус тусовкам, топам и так далее. А вышла, и вот вышла, и все. Хотя, вы сейчас поймете, ну, мне кажется, что это вот прям круто, вот прям круто. Напишите, кстати, мне в WhatsApp прямо сейчас, в эту пятницу, в 21.00, круто это или не круто. Ну, с 21.00 начинается наша передача, идет час. Просто нас потом повторяют, чтобы не писали сильно ночью в WhatsApp. Итак, номер WhatsApp плюс 7-966-740-38-38. Основной вопрос в ваших жизнях сейчас это хороший этот трек или нет? Если да, то почему? Если нет, то почему? Тоже пишите на WhatsApp, будем читать ваши сообщения. Ну, по крайней мере, я их в себя точно прочитаю. Жду. Композиция называется Костенко Brothers Our Love.
Вот я даже на подольше оставил. Вы слышите? Слышите? Ну, по мне все вот круто, идеально. Да, пускай я хвалю сам себя. Но, знаете, наверное, когда у тебя есть такой опыт, скажем так, в музыкальном деле, в принципе, у тебя немножечко появляется такое право, как мне кажется. Как мне кажется. Может быть, я не прав. Следующая композиция, друзья, Not Everyone называется так. От Костенко Бразес вы не поверите, но я думаю, что на вот этой композиции мы закончим этот момент Костенко Бразес самолюбования и перейдем к другим артистам, которые явно заслуживают вашего внимания, друзья. Поэтому некая финалочка нашего творчества на сегодня. Ну, этот трек, между прочим, тоже был во многих плейлистах и, надеюсь, там и остается. Но это нужно перепроверить. Я, кстати, надеюсь, что вы меня тоже поддержите, да, и себе в плейлисты добавите эти вещи, которые сейчас играли. А их можно будет потом найти в записи, если что, в интернетах в конце эфира расскажу где. Знаешь, чему он тебя не научит? Они все хотят любви. И не все боятся смерти.
Итак, друзья, переходим к легендам диско-сцены на текущий момент. Ладно, нет, легенда — это что-то, что было в прошлом, скорее, да? А здесь современный гуру, человек, которого я когда-то случайно услышал, просто в очередной подборке в каком-то плейлисте, просто офигел, понял, что в этом мире я не один с желанием делать такой грязный звук. И так сложились обстоятельства, что вот в конце 2023-го мы начали общаться, даже выпустили несколько совместных работ, поэтому я с удовольствием снова представляю этого парня Джонас Клин, человек из Турции, который радует своим подходом в написании диско-саунда. Друзья, композиция, которую вы будете слушать прямо сейчас, называется «Lie Down a Bit». Поехали! Don't let it be a drag, no. Ребят, ну чувство грува у этого парня, ну просто потрясающее. Безусловно, во множестве работ не может нравиться все, а он просто как пулемет. Мне кажется, по общению с этим человеком он делает 3 трека в день. И потом потихонечку выпускает, конечно же, не все. Но надо сказать, что его лейбл, который называется Awa Yunus, находится в топ-10 по миру на битпорте. А? А? Вот такие дела, с такими ребятами общаемся, общаюсь я, значит, общаетесь и вы, вот что для меня самое главное. И почувствовав это, лейбл Grooveria Records, а это на сегодняшний день серьезный Garage Jackin House лейбл, взяли и добавили нас в промо-рассылку. Произошло это опять в 2023 году, друзья. И теперь эксклюзивы нам просто вот сыпятся, вот, пожалуйста, друзья, играй только. И, ребята, очень-очень приятно, когда такие лейблы
лейблы выкладывают, что вот, Костенко Brothers рекламируют нас в своем радиошоу. Понимаете, то есть тот факт, что вы слушаете нас, он заставляет этих ребят радоваться. Они все радуются от того, что вот вы оцениваете этот саунд. Ну и, собственно, композиция, которая одна из первых была выбрана мной из промо-рассылки, которую теперь ко мне приходит, это Grace Bones, композиция «Hold You Close». Выбрал я именно этот трек, и потом, вы знаете, со временем... Бац-бац-бац, он стал попадать в топы по миру. Но чувствую что-то, значит. Понимаю что-то. Друзья, все это благодаря вам. Вот благодаря вам я настолько стал натренированный. Спасибо вам за это. Танцуем. Grace Bones, Hold You Close. Прямо сейчас в диско-танцах. Друзья,
Как я вам сказал, одна из на текущий момент топовых Джекинхаус личностей. Так, подождите. Это следующий трек. А текущий трек, друзья, это снова вот легендарные ребята, которые делают потрясающий саунд. Они находятся в Австралии и говорят, что ну там просто диско-безумие творится постоянно. То есть они скидывали видео с вечеринок, и ну там действительно хорошо в этом плане, друзья. Поэтому надо поднимать здесь Россию, поднимать с этим саундом, чтобы показали этим австралийцам, как там дела в Австралии, да, на самом деле обстоят. Поэтому, ребята, все в наших руках. Давайте. Но если без шуток, то Rubber People — это действительно очень крутые ребята, которые давно на сцене и зарекомендовали себя шикарнейшим саундом. Сейчас вы все услышите. Причем очень-очень простые ребята в общении. У них есть свой лейбл Safari Records. Тоже там выходят очень крутые вещи. Советую, подписывайтесь на них везде, где найдете. Композиция, которую вы услышите сейчас, понравилась мне просто на все 100%. I'm Bad называется она. Но к всяким Майклам Джексонам отношения никакого не имеет, друзья. Танцуем под правильный диско-саунд. Поехали. We'll be right back.
Ребята, ну а следующие композиторы, которые будут радовать нас своей музыкой, это Рафаэль Кьявалино и как раз-таки Федер Фанк, о котором я хотел вам сказать. Человек, который поддержал релиз Believe, за что ему огромное спасибо от проекта Костенко Brothers и от диско-танца в целом. А, это было приятно. Обязательно посмотрите его сеты на ютубах. Очень хорошо товарищ играет, и действительно у него мощный звук. Также у него есть свой лейбл, по-моему, называется Feather Funk Family. Советую послушать вам релизы этого лейбла. Оно того стоит. Итак, композиция, которую мы будем слушать прямо сейчас, называется «Bass Fever». Вышла она на Onako Records, друзья, и абсолютно уверен, что она заслуживает вашего внимания. Поэтому танцуем! Друзья, вселенская обида только что посетила мое тело. Оказывается, время-то нашего эфира уже подходит к концу. Я очень расстроен, мало. Я надеюсь, вы тоже расстроены этому факту. Но вы же понимаете, что весь год, каждую пятницу в 21.00 на 104 FM диско-танцы будут продолжаться. Вас ожидает множество интересных интервью, множество интересных эксклюзивных релизов. Будет просто супер, просто супер. Я желаю вам, чтобы этот год у вас также прошел суперски, чтобы все было просто... Подписывайтесь на нас. Есть зачем следить. Костенко Brothers абсолютно во всех соцсетях. Быстрее туда. Ну а с вами в студии был Петр Костенко. Проект Костенко Brothers. Услышимся с вами на следующей неделе. Ну и каждую пятницу в 21.00. Все. Пока-пока. Отлично вам провести эти выходные. Всех со старым Новым годом. Чтобы вот было классно. Никогда, помните, никогда не спорьте с людьми, у которых нет вкуса, и желаю вам, чтобы в 2024-м такие вам не встречались. Все, пока-пока, до следующей пятницы.
Диско-танцы на радио «Новая Россия».